Ох, побьют нас. Когда будут бить, будете плакать. А сейчас идите на пристань, наймите лодку и ждите меня в условленном месте. Товарищи и братья по шахматам. Предмет моей лекции – плодотворная дебютная идея. Что такое, братья, дебют? И что такое, товарищи, идея? Ну, в 21 веке сбивать сосули ломами – это уже, извините меня, каменный век. Так, чтобы можно было срезать, я не знаю, ну там, лазером, не лазером. Мы рассматривать будем два законопроекта, касающихся создания инновационного центра в Сколково. Это сам по себе центр. Замечательная идея, но очень важно, что он может быть отработан как типовой для создания таких центров у нас в России. Вот Сколково даст возможность тиражировать Королёвых, тиражировать Циолковских, тиражировать Курчатовых, чтобы тиражировать Алфёровых у нас... И все, вся необходимая законопроектная база уже будет подготовлена к тому, чтобы тиражировать. Мы исходим из того, что там должна быть прежде всего магистратура и аспирантура, и не ориентируемся на этом этапе на вакабулатуру. Мы создадим такие информационные программы, такой продукт разработок вот наших чиновников, связанных, так сказать, в основном с информацией. Вы только представьте себе! Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки. Иначе быть беде. Место своей работы. То есть это Сколково должно быть стать таким там неводом, куда мы поймаем русские мозги, которые не поплывут заройте за океан или в Европу, заройте, а останутся здесь, в России. Ни горы, ни враги, и лес. Не океан без дна и берегов, а поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес. Поле чудес. В стране дураков. Квази уно фантазия. Налог на прибыль – ноль. Налог на имущество организации и земельный налог. Ставка – ноль. Деревья в темноте. Вместо листьев денежки засеребрятся там. Но вместо листьев денежки зазолотятся где? И это позволит заработать огромные деньги. Зазолотятся где? Ни горы, ни враги, и не лес. Вы знаете, мы создаем новую территорию в Сколково. Не знаю, насколько все это будет удачно, потому что загадывать трудно, но во всяком случае будем стараться там что-то сделать приличное. Именно потому, что мы хотим, чтобы этот проект был живым, а не дохлым. Не высосанным из пальца и не придуманным в кабинете. Действующим проектом, чтобы был. Первый междупланетный шахматный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится убедительной победой васюкинцев! Ура, товарищи! Ура!